Я, честно говоря, ни противник и ни сторонник. Если это будет правильно для нас, если люди будут это принимать как нормально относиться к этому, я думаю, что вполне возможно, да. Это очень тяжело перестроиться, потому что столько расходы надо, сколько время надо. Не знаю, вот как было, так и оставили бы, и легче нам, и учить внуков. Ну, если они сами решают, и надо, не надо, не знаю уже. Я считаю, это не обязательно. Лучше бы наша верхушка занималась бы экономикой, сейчас поднимали бы экономику. Конечно, правильно это алфавит. Латинский алфавит давно нужно было поменять. Это просто он задерживает, Назарбаев. Ну, я не знаю. Не знаю. По-моему, абсолютно нет. Зачем? Чего это? Ну, я непонятно, уже не знаю, чего уже поменяли. Все поменяли, ну, дальше, что дальше будет? Конечно, не надо. Почему? Это же казахский родной язык, как его, на латинском. Знаете, у нас времени такое уж легкое, не хотелось бы какую-то часть бюджета переводить именно на эти цели. Это во-первых. Во-вторых, наверное, у нас есть другие какие-то моменты, куда можно было и силы народа перевести.